Завершается очередной этап строительства Московского моста. В минувшие выходные строители забетонировали последний пролет новой части. Еще 690 кубических метров бетона. И последний пролет новой части Московского моста завершен. После того, как поверхность застынет, начнется новый этап. После этого будет уложено на пролетное строение гидроизоляция и два слоя асфальта. На данный момент работы у нас ведутся в графике. Отставания по графику нет. После завершения основных работ предстоит сделать подходы к дороге, поставить ограждения, дорожные знаки. Запустить движение по данной части моста строители обещают уже в этом году.